не настаиваю. Так вот между нами возникает стена, но это неправильно. Стены между слушателем и артистом быть не должно. Вот. Но поскольку я не артист, сетка такая должна быть натянута, чтобы бутылки не кидали в этих рок-клубах, так бывает. Может, там для разрядки спеть песню Паши Федосова? Однажды друг пригласил меня в клуб на концерт одной из любимых рок-групп. Почему бы нет, я покупаю билет. И вот уже начался концерт, и вот звучит знакомый мотив, и гитарист выдает свой фирменный. А я стою как идиот, внутри меня лед, и в голове кто-то тихо поет: «Прощай, рок-н-ролл, мне душно в твоем прокуренном доме. Прощай, рок-н-ролл, мне не скакать на твоем ипподроме. Прощай, рок-н-ролл, рок-н-ролл, ва-ва-дэйда, рок-н-ролл, рок-н-ролл». Что-то автор грустный какой-то. Ты же не поешь обычно, у тебя серьезные песни на таких концертах. Я достоял весь концерт до конца, и я прослушал все песни певца. Нет, здесь что-то не то, думал я, взяв пальто и останавливая авто. В самом деле, ну что за дела? Неужели юность прошла? И где тот дикий драйв, который был так в кайф, который был со мной all my life? Прощай, рок-н-ролл, мне душно в твоем прокуренном доме. Прощай, рок-н-ролл, мне не скакать на твоем ипподроме. Прощай.